Итак, я возле пышечной. Она работает с 9 до 8. Суббота, воскресенье с 10 до 8. Мне повезло, детей не так много, так что я становлюсь в очередь. Взяла опять пышу и кофе, у нас это пончики, у них это пышки. Гуляет великолепная пятистая кошка, она двухцветная. Буду пробовать. Очень вкусно. Я не могу ни подойти, ни погладить жительницу этого кафе. Я уже по своей Маргошке соскучилась. Так хоть чужую погладить. Ну вот, сытая и довольная, я вышла с пышечной.